Мы приехали, помнишь, на зону, когда вот там 300 морд были, нас четверо, по-моему, туда зашло, да? Да. Алло. Я ж татарин. Да. Ты и я. Ну мы же как зашли? Мы сказали, когда я им говорю, ребята, давай. Да, полковник этот был там, повар там. Да, 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 да. Вот, ребят, заходите, с вами вроде мирно все, а мы 300 человек заходим. Я говорю, ребят, в чем дело? Туда-сюда. Вас тут не надо. А зона была беспредел. А мы сказали, мы вас трогать не будем. Да, будем, сказать, будем да. Ребята, мирно. Будем жить, да, существовать туда, да. Вместе. А они тут, бог ты мой. Кто там заводила был, и, короче, нас кинулись. Ну, цыц, мы они свет-то побили, а там же, ну, пробились мы, конечно. Не, ну, мы сколько дверь могли там, порезали там сколько, да. ну значит, 4 человека. А двери-то да. Пробрались, ну, к двери-то, воздух там эти услышали, охрана начала стрелять. Ну, и, короче, не дали нас добить-то, не это, милиция. Кирилл Паш резали там, ну, втроем или вчера приехали, да? Ну, я же шамата, смотри, а там их целая зона. Вот, и там вообще нас, они сорубки там такие. Шамата, смотри, Юра, ты поехал. Или нет уже? А мы, я не помню. Надо было трое или четыре. Нас кинули туда, на эту зону. Маленько не помнишь, а потом. Тоже забывать стал, да? Конечно. Ну, столько лет-то. Столько, а потом, ну, это, проехали столько по разу. Ну, я теперь буду заново книгу эту писать, заново. Вот, мы все будем вспоминать вместе постепенно. Мы тебе будем просто, да, что, напоминать. Ну, конечно, я же ничего не помню. Я даже не помню, что, оказывается, мы с тобой были на Лудановке. А это мы с тобой были, знаешь, где? Где были? Где на нас поднялся лагерь? А, где-то на каком? Кодино. Кодино? Кодино, да. Вся зона тогда поднялась. Да, да, на нас. Ставы, валки, ну тогда. Мы-то и не думали, что ну, да, мы пришли, тогда к ним сами подошли, мы да. Другие, а вы что тут творить-то тут? Жить будем, все мирно туда-сюда. Конечно. Они там как-то. Там поднялась вся зона. А у нас сколько да. было? Двое? Нет, четверо. Четверо было. А там было сколько? Человек 300, наверное. Да.